Институт строительства – это самый крупный и многочисленный институт среди всех институтов и факультетов СИБСТРИНа. Потому что то, что необходимо для любого проектирования и строительства всех зданий, монументальных, миниатюрных, надежных и красивых, это устройство фундаментов, стен, перекрытий, кровли, каркаса здания, вся наружная внутренняя отделка, окна и витражи, все это выполняется под руководством и при непосредственном участии выпускников Института строительства. Институт строительства подготавливает и выпускает инженеров промышленного и гражданского строительства, сокращенно ПГС. Среди всех бакалавров выпускников строительного направления, которые устраиваются на работу после окончания вуза, большинство составляет именно выпускники профиля ПГС, промышленное и гражданское строительство, потому что их требуется больше, чем кого-либо другого. Они руководят строительными работами на строительных площадках, работают в проектных организациях, занимаются конструкторской деятельностью, работают в сфере эксплуатации недвижимости, обследуют здания сооружений, контролируют их техническое состояние и выполняют экономический анализ деятельности строительных организаций. Среди всех выпускников ПГС элиту составляют инженеры специальности строительства уникальных зданий и сооружений. Студенты этой специальности строительства уникальных зданий и сооружений в процессе своей учебы в ВУЗе получают не только весь объем знаний, которые получают бакалавры ПГС, но также дополнительные компетенции и благодаря этому имеют преимущество при трудоустройстве и профессиональном росте. Это особо ценная категория выпускников. Такие специалисты просто незаменимы при проектировании и строительстве зданий и сооружений, которые имеют большую высоту, большие пролеты, большую глубину подземной части, в общем, более сложных объектов, чем обычное строительство. Ну, а в обычном строительстве, само собой, такие специалисты всегда бывают на высоте. Вообще, за все время существования Института строительства с 1930 года из него выпустились тысячи инженеров, которые составляют основу строительной отрасли. Студенты Института строительства проходят практику в ведущих строительных организациях, на строительных площадках, в проектных и конструкторских бюро, в составе студенческих отрядов по всей стране. А благодаря академической мобильности часть своей образовательной программы могут осваивать в зарубежных вузах. Последние годы это были вузы таких стран, как Германия, Южная Корея, Белоруссия. В Новосибирске выпускники Института строительства принимаются на работу, а студенты на практику практически во все известные строительные организации. Это концерн «Сибирь», компания «Дискус Плюс», Первый строительный фонд, группа компаний «Стрижи», «Брусника», «Сибакадемстрой», «Строймастер», строительная фирма «Проспект» и многие-многие другие. Благодаря очень достойной подготовке наши студенты занимают высшие места на престижных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах и являются одними из лучших, а иногда и самыми лучшими в России и ближнем зарубежье. Они получают высокую оценку правительства Российской Федерации, администрации Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, которые назначают и выплачивают им специальные стипендии. Мы приглашаем абитуриентов в Институт строительства, чтобы получить престижное и востребованное высшее образование по профилю промышленное гражданское строительство ПГС и специальности строительства уникальных зданий и сооружений.